Привет, меня зовут Янис. Летом 2022 года я решил сделать поход на каяке. Я не богатый человек и делаю для себя простые чудеса, как могу. Я не профессионал и не знаю, делаю ли я все правильно, но все равно толкаю себя исследовать новые интересные места. Выходит, для этого совсем не надо далеко идти. В снаряжении для съемки у меня был iPhone 12 Pro Max, заказанная с eBay китайская экшн-камера за 10 евро и найденная в мусорнице GoPro первой серии. Присоединитесь ко мне, открыв невероятные острова Северной Эстонии в путешествии, которое испытает меня как морально, так и физически. Видимо, она так пикнула, что я даже не понял. Короче, мы на Айгна. Остров Крясули. Я тут распаковывал каяк на Айгна. Поставил лагерь. И обнаружил, что все мои вещи совсем промокли. И вот так мы тут сушимся. Полотенца, оба спальников у меня остаются вот так. Один совсем промок. Надеюсь, второй хотя бы просохнет к вечеру. Хотя на улице так сыро, что я слишком не надеюсь на это. Да, но вот так все вещи вот эти остаются, и пойдемте в поход. НАНИ?! Морда, ух ты какой. Они могут и прикусить, больно, вот они сейчас сделали сюда. Овечки. А в прошлом году одна убежала, короче, она жила у нас на базе. Вот такая вот кобыла выросла. Don't you be afraid, everything will change.
Я тут обнаружил, что моя маленькая сковородка очень хорошо подходит моей маленькой кастрюльке. И сегодня мы кушаем суп и гуляш, и с видом на красивый маленький остров Крясули. Мое внутреннее ощущение говорит мне, что скоро будет здесь очень весело. Что будет еще одна мокрая и холодная ночь. Заметка для себя. Мне действительно нужна нормальная палатка. Нет, не то чтобы с этой палаткой что-то не так. Мне очень нравится эта палатка. Мне ее подарили в детстве. Но против дождя она особо хорошо не стоит. Посмотрим, что будет. Доброе утро. Мы на Айгна. Спали ужасно, потому что все совсем промокло. Ну, теперь уже, конечно, спальник более-менее сухой, потому что я, похоже, впитал все своей кожей. Всю ночь было холодно, сыро, но время, в принципе, вставать и двигаться дальше. В сторону Прангли. Ну, там уже посмотрим. Вот сейчас я проверяю, работает все-таки эта камера или нет. Я по-всякому пробовал, но она вроде как вырубала себя. Здесь у нас очень красивый вид, мы на Айгна. Все вроде как хорошо, но спали мы плохо. Ой, как мне не нравятся эти облака. Вроде как вот-вот хлынет опять дождь. Ну и ночью еще опять полил дождь, и с такой сыростью у нас же ничего не сохнет. Но время готовить завтрак. Я уже сегодня настолько разозлился, что вчера лисица украла, похоже, мой мусорный пакет, который я тоже пойду сейчас найду, но утром я просыпаюсь. И моя калоша пропала. Господи, вот без калош, конечно, очень плохо. Но, к счастью, я сейчас вижу свою калошу. О, блин. Вот что ты хотела с моей калоши? Она же несъедобная. Господи. Где-нибудь в шишках или в камнях ходить, конечно, в них суперски. Все надо прятать. Все надо нормально спрятать. Или в каяк, или забирать в палатку с собой. Даже мусор. Так, ну, время готовить завтрак. Я каждое утро просыпаюсь и ем с таким большим аппетитом, что часто даже лень снимать, что мы едим. Сегодня утром у нас очень-очень вкусные вещи. У нас персики в сиропе и пьем кофе. Ну, вообще, скорее всего, я еще съем пару яблок, ну и печеньки. И тогда будем идти дальше. Ну, хоть немножко солнышко вышло, очень приятно. Крясули, люди. Где-то там одна очень доставучая лисица. Вообще, причина, почему у меня все вещи промокшие, это потому что в обоих водостойких отсеках, ну, вообще, у меня такое чувство, что во всех трех, в этих стенках, это нижняя сторона, она, походу, пропускает воду. И когда мне вот отсюда волнами закидывает воду, оно все просачивается через вот эту стенку. И поэтому все мои вещи были мокрые. Конечно, никакого клея или смолы у меня с собой нету, но у меня есть с собой изолента Макгайвер. У меня даже в голове сейчас начала играть эта мелодия Макгайвера. Ладно, давайте попробуем починить. Но это немного, но это честная работа. Мне кажется, что с походами очень грустный момент. Это когда ты должен идти дальше и собираешь все свои вещи, и остается такое пустое чувство внутри. Это как будто уже как стало вторым домом, и ты все собираешь. Но еще я обнаружил очень веселую вещь, что когда ты постоянно в воде и постоянно промокший, и волны брызгают тебе еще потом воды, тогда не надо менять одежду, потому что они постоянно моются на тебе самом. Но теперь мы пойдем дальше в сторону Прангли.
И я даже, кажется, вижу, куда мне надо идти, в ту сторону. Ой, здесь камни. Здесь камни. Камни. Я немножко начинаю сходить с ума здесь. Ой, камни, камни. Во, это было близко. Заметку для себя. Обходить камни кругом. Между Агной и Прангли сейчас. Я так надеюсь, что так спокойно и будет дальше. Господи, как все спокойно. Вот теперь мне надо решить. Или я пойду в сторону Прангли, или все-таки зайду на остров Керри тоже. Вроде как не так далеко.